Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM, модель под номером 24016. Модель автомобиля в 24-м масштабе, модель Т-912, получается так по-английски Commercial Roadster. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет в коробке. Ну и сам перевод, что есть перевод. Так, первое, что у нас, красивый красочный бокс-арт. Сейчас ICM делает красивые коробки, очень мне нравятся. Все последние коробочки в ICM. Да, коробка из плотного картона. И внутри у нас пакет с одним ледником. Инструкции. Так, инструкции. Я убрал. Ну тут перевод просто американский автомобиль. Ну, первое, что скажу, у нас инструкция в виде журнала формата А4. Это очень удобно. Далее сразу на первой странице номера красок в палитре Revel и Temi. Это также очень удобно. Можно сразу заказать необходимые красочки. Ну и теперь давайте посмотрим на саму инструкцию. Тут у нас на первом развороте ледники. Красным цветом показываются детали, которые не используются при сборке данной модели. Так. Ну, каждый шаг он описан очень подробно. Я также хочу обратить внимание на то, что детализированный двигатель данной модели. Модель на 24 масштабе. Вообще компания ICM продолжила линейку автомобилей в 24 масштабе. Модели у них шикарные. Модели вот на этот период, насколько я знаю, практически никто не выпускает. И тут очень удачно они выпустили серию вот этих моделей. Серию разных модификаций, тут и пожарные у них были автомобили. Ну, так, еще раз обращу внимание, что каждый шаг очень подробно описан, что и куда ставится. Вот, ну, теперь продолжим компания ICM, что вообще компания молодцы, выпустили очень хорошую серию автомобилей в 24 масштабе, также к ним же есть и фигурки, что тоже очень радует. Ну и теперь вот у нас варианты окраски. Буквенное обозначение, как я уже говорил, это у нас номера красок. Они указаны вот здесь, на инструкции, на первой странице. Ну, теперь давайте к нашим ледникам. Также уже существует куча дополнений в виде того же фотоправления, выпускаемого производителем. Вот, можно изобретать, дополнять ваши модели. Они будут смотреться. Ой-ой-ой, как круто! Это я первый раз вижу. Это шикарно смотрится. У нас литник золотого цвета. Наверное, это типа как под бронзу или... По-моему, это как бронза, что ли. Потом остановимся поподробнее. Далее, давайте сам обзор наших ледников. Начнем с самого большого. Тут у нас детали автомобиля, кузов и, я так понимаю, двигатель, ходовая часть. Также присутствует множество мелких деталей. Хочу обратить на отливку высочайшего качества. Это очень радует. Толкатели на внутренних частях элементов. Каких-либо проблем, я уверен, эта модель не доставит, потому что уже множество сборок есть, не конкретно этой модификации, а других модификаций, которые только положительные отзывы я читал. Тут кресло, обтяжка, она очень хорошо заимитирована в сети. Там, чем закрепляется, типа как лёпка, она такая очень хорошо заимитирована, понравилось, как выглядит. Толкатели на внутренних частях элементов. Мелкие детали также отлиты хорошо. Дальше, следующий ледник, это у нас также детали кузова, также хорошая имитация
обтяжки кресел. Интересно очень смотрится. Толкатели на внутренних. Каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Дальше ледник это у нас, ну давайте сразу покажу два. Это у нас резина получается, колеса и диски. Диски выполнены не сильно толсто. То есть я считаю, что ничего менять не надо, можно оставлять так. То есть спицы выполнены отлично, толкатели. Так, здесь у нас их есть, но они незаметные. То есть проблемы не доставить не должны. Так, по поводу резины. Стыка пресс-формы нету. Ну, резина гладкая, то есть без протектора. Но думаю, в те времена не выпускали, скорее всего, какую-то протектора. Вот. Это, считайте, первые автомобили там не было. Такого ничего. Потом только про безопасность даже начали думать. Так, дальше остекление. Остекление, ну что-то сказать, оно шикарное. То есть вот тут есть небольшой текст. Я смотрю, все видно, все без искажений. Даже вот маленькие стеклышки, то есть смотрю, ничего не искажается, все видно. Поэтому обращу ваше внимание, модель данная получается, она с частично закрытым кузовом. И тут остекление оно ставится, так что обратите внимание на присборки, на окраску внутренних частей элемента. Но видно будет все, внутренние части, все будет видно через остекление. Ну и теперь такой интересный ледник. Прям сильно порадовали необычностью своей. Это ледник у нас бронзовый. Весь блестит, весь переливающийся. Я не знаю, вам не кажется это... Не... О, так видно. Все как блестит, отражается, переливается. Ну шикарно. Нет слов просто. Решетка радиатора, все, рифление, все это есть. Надпись производителя данного автомобиля. Не буду делать, скажем так, рекламу. Потому что мало ли какие могут. Так, что тут у нас еще интересного? Ну, тут также все отлично, то есть все детали пролиты замечательно. Так, тут толкатель у нас на внутренней части. Блин, я хочу эту машину собрать. Офигеть, классно будет смотреться. Вот это вот бронза, вот эта имитация вот этого. Я не знаю, что там, я уверен, что это что-то типа бронзы, потому что вряд ли на таких автомобилях это использовало какое-то золото. Это сделано шикарно. Вообще, вы нас порадовали. Молодцы, СМ. Спасибо вам за это. Ну, давайте завершим данный обзор. Завершим вот так вот и коробочки. Если вы любите 24-й масштаб, то я думаю, что эта новинка обязательно должна быть у вас. Потому что она порадовала своей необычным наполнением коробки, а это именно вот этот бронзовый ледничок, который не надо, по сути, даже и покупать будет, и фототравление там, то, что все хорошо сымитировано. Вот, и это, думаю, вас должно порадовать любителей автомобилей. Ну вот, завершим обзор, всем спасибо, всем пока.